Дяди, тети, здрасте. Вот такая у нас расчепаха с этим, с жмутом проводов. Надо было подключить, чтобы завести хотя бы. Ну это как без проводки завести, ну минимум проводки, то есть масса, датчик, датчик. Коммутатор, ну и катушка для этого надо, ну и все. Ну подключал по принципу вот этой вот, как ее, схемы, картинка, схема. Да и зеленый у нас идет на массу, там какой. Бело-красный идет на датчик. Холла его называют. Вот он. И сам красно-черный, который выходит с высоковольтной катушек. Там две высоковольтные катушки. Идет вот сюда, в нижнюю часть. Все это дело намотал, сейчас буду закручивать и пропаивать, все замотаю потом на термоусадку, наверное. Ну вот как-то так. А вот этот белый пошел на выключалку, проволока выключалка. Ну так, по-быстрому. То есть моя задача только так, чтобы он заводился. А, ну надо же показать, что он заводится. То есть сложного тут ничего нету. Все заводится. Даже пытается рвать с места. Выключаем, все выключается. Да, ну перед этим было вот что. Вот так вот брызгает ускорительный насос. Это когда вот эта пружинка стоит там внутри. А шарик стоит сверху пружинки. А должно-то сначала быть шарик, потом пружинка. А потом уже сам же клёрчик. А вот так вот. Работает ускорительный насос, когда стоит все правильно. То есть каждое нажатие, то есть резко нажали, топливо дало. И у нас порция топлива пошла, нету этих провалов. Короче, делаю электрику этому скутеру. А, на машинку не обращаем внимания. Искра есть, все, завести не могу. Разобрал, мыть начал, все перемывать. Все же клёры. Столько мусора здесь. Ну и то после той процедуры все запустилось, завелось. Потому что сначала, когда все собрал, намотал вот эту вот канитель, все. Начал запускать, а оно не хочет. Даешь газу, оно не хочет. Когда разобрал, помыл, теперь все запустилось сразу. Только почистил карбюратор, там столько мусора было, не стал уже снимать. Это у нас 150 кубиков. Еще надо
подключиться к генератору. Ну тут скорее всего что-то замкнуто в этом выпрямителе, наверное, накрылось что-то, потому что он с ним работает, но как-то не так, не нравится она мне. Посмотрим. Это будет, если будет, то будет уже вторая серия. Ну а так, пока на этом все. Наша задача завести была динозавра. Ну и всем большущие приветище. Самое главное, не болейте. Вот это все надо позаливать. А, что позаливало там грязью? Потому что фишки не держат. Сейчас смотаем, запаяем и все. Все будет по красоте. По скрипту. Вот это у нас разъем, который идет черно-белый. Ой, черно-желтый на катушку. Вот с этого разъема. То он у нас идет на катушку на черное. А зеленое идет у нас на массу. Вот тут такой проводок был. Поэтому так и получилось. Какая фишка была, такое и прилепил. Ну, главное не перепутать. И все это дело. А, да, сделал на изоленту. Синяя изолента. Всему голова там, ноги, руки и все остальное. Все это дело связать, подвязать, чтобы не висело. И пока все. Будет что-то еще, потом дальше посмотрим.